Ложный белый гриб, он же желчный, горькуша, горчак. Внешне очень напоминает белый гриб, даже относится к одному семейству, но есть явные отличия. Он немножко снизу вот такой как бы розоватый, вот такая ножка у него такая сетчатая. Но если захотите убедиться и проверить, можете еще лизнуть. Но мало приятного, потому что, извините, плеваться потом придется долго от этой горечи. Мякоть без запаха, розовеющая на разрезе. Трубчатый слой с легким розовым или грязновато-розовым оттенком. Ножка кремово-охристая, с выраженным темно-бурым сетчатым рисунком. Ну и последнее. Гриб очень горький. Его даже жучки-червячки не едят. И даже отваривание не поможет. Более того, придется выбросить все грибы, которые варились вместе с ним.